Завершим выпуск блоком культурных новостей. Собака – друг человека. Кошка тоже. Театр кукол готов это доказать. 22 октября премьера спектакля «Венецианское адажио» или «Кот, который жил в водосточной трубе». Что связывает домашних любимцев со знаменитым музыкальным произведением? Ответ ищите в зрительном зале. Перед вами Венеция, 17 век. Что-то как-то не очень убедительно. А что вас не устраивает? Спектакль в духе комедии «Дель Арте». Это старинный итальянский уличный театр, в котором актеры носили маски. Главные герои – хвостаты и усаты, а еще совсем по-человечески – музыкальны. Дома живет кот. Смотрела, как реагирует на ту или иную ситуацию. Но в театре кукол чем хороша любая роль? Там зайца, кошечки и лисички, тем, что в первую очередь ты ищешь не животную его сторону, а наоборот человеческую, ты ищешь характер. Сказка или быль в центре сюжета юный Томмазо Альбинони, автор знаменитого «Адажио», который неоднократно звучит в спектакле. Кроме того, я использовал музыку еще одного замечательного композитора итальянского, Нино Рота. Известный, да, очень известный композитор, который большую часть своей жизни работал вместе с Федерико Феллини. История о доброте, сострадании и настоящей дружбе, которую актеры рассказывают с улыбкой. Не поучает, а очаровывает и оставляет на душе приятное послевкусие. Спектакль наполнен атмосферой волшебства, великолепной музыкой. И, на мой взгляд, еще и долей таинственности. А убедиться в этом лучше всего своими глазами. Достаточно дождаться ближайших выходных. Ангелина Рязанцева, Андрей Зарубин, телеканал «7».